Считается, что жизнь на нашей прекрасной планете возникла именно в воде. И хотя люди живут на Земле, они практически не представляют себе современного комфорта без воды. Но чтобы в квартирах и домах всегда была отличная вода, об этом нужно заботиться. И это, конечно, делается. Обеспечение качественной водой из жителей нашего города – задача, с которой успешно справляются сотрудники Кубань-водоканала. В зону производственной деятельности общества входят системы и сооружения водопроводно-канализационного хозяйства, расположенные в Славянском, Городском, Маевском, Прикубанском и Прибрежном сельских поселениях. Это 30 артезианских скважин, 2 водозабора, 10 водонапорных башен – почти 465 километров водопроводных сетей. В постоянном круглосуточном режиме ведется контроль за качеством подаваемой в распределительную сеть питьевой воды, а также сброса очистных стоков. В течение этого года силами персонала общества выполнены работы по ликвидации аварийных ситуаций на системах водоснабжения и водоотведения. В течение года выполнено порядка 300 таких операций. В рамках выполнения своей производственной деятельности также в этом году запланированы работы по замене аварийных магистральных водоводов и канализационных коллекторов на территории Славянского городского поселения. Очистные сооружения обеспечивают очистку канализационных стоков объемом до 19 тысяч кубометров в сутки. Для достижения положительной динамики в части производственных показателей успешно реализуются инвестиционные и производственные программы по реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения. В настоящее время заменяется водовод в городе по улице Западной, рядом с Дружбой народов. Строится новое ограждение на городских очистных сооружениях. Большое внимание уделяется контролю качества питьевой воды и степени очистки сточных вод. В специализированной лаборатории предприятия в постоянном режиме производится круглосуточный мониторинг всех необходимых качественных показателей воды. Словом, делается все, чтобы бесперебойно обеспечивать славянцев отличной водой. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».